Welcome to Summoner's Rift. Seconds to minion spawn. Рустам, почему стоишь каждый раз при этой арке? Не знаю, но на всякий случай. Привычка в доту? Что? Привычка в доту? Да. Просто меня, когда я здесь стоял, меня этот убил. Алистар или как его? И с тех пор я боюсь уже выходить далеко. Ну не на блу. Но у меня уже СС. Это не СС, Рустам. А что это? Не на блу. Что? Не на блу, хорош тупить. А. Я не туплю, просто у тебя качество звука оставляет желать лучшего. Как будто ты в ванне сидишь. А ты знаешь, что это не так. У меня Варвик стоит. Ну что, мы берем так что? Вот поэтому я тебя и приглушаю. Люди, давайте чуть-чуть потише, даже. Пожалуйста. Что он сказал?
Escape, я сказал. Ну сейчас он доиграет. Escape. Я доиграю и выйду. Он уже сказал. Как объяснить родителям, что Escape не поможет? Если бы так все было просто. Какой хорош там. У тебя там такие есть. Ага. Ты минус 2 сделаешь? Мне пока нечем. У меня ульты нет. Скоро будет. Ну если вы поможете, сделаем. Вот это дамаг. Вот это дамаг. Как ты что мне с голосом? Что там у кого с голосом? У меня с голосом. Ломается, может? Ну, полностью. Странно, на мид все время новые и новые люди приходят. Куда? Ко мне на мид. У них как будто эстафета какая-то. Ну, Казик стоит, потому что бренд сейчас, ну, вышлового нет. Но он у них явно ФК стоял, походу. Конечно, с четвертой лавы. Минус. Ну да. Не понял. Не понял юмора башенного. Знаешь, как это называется? Джакс не выдержал. Ну да. Молодец. Благодарю. Просто, да ты интеллигент. Да я вообще. Тот еще. Отлично, шмонус.
Слышь, Ник, вчера играл очень странную игру в доту. Пикнул котла, и мне пришлось исполнять роль Кэрри. Не понял. Но прикол в том, что хоть я и саппортил, покупал варды и все такое, и крипов не стелил, у меня был перефарм, то есть я в команде имел больше всего ГПМа. И... сейчас только на духте же, по-моему, да? Ну, не только за счет этого. Просто у нас Кэрри особо не фармили. Ну и да, задувка тоже, потому что я стоял на сложной, а на сложной Котл задувает по крипам чаще, чем на легкой, потому что на легкой он может отвести. Ну, да. Ну и на сложной можно отвести, но как правило наоборот. И к тому же я с Димоном играл, он просто мне сказал, мне не жалко, задувай, лишь бы там Вивер или кто-то там. Лишь бы Вивер или кто бы то ни был там стоял, терпел. То есть он, может быть, и потеряет пару крипов, да? Зато враг фармить не будет. А то и вообще на базу пойдет, и мы запушим. Да, очень зря. Отлично сделал. Прям ультой, да? Это того стоило. Ну да. И сам убивает то. Смотри, моя сестра. Ага. Мама, ты видишь, у меня больше всех киллов. Молодец, сынок. Слишком удачный ульт, да? Зато я их отпугнул. Они теперь на нас не полезут, скажут, ты ее рожу видел? Вау. Извини, не дали. Да ладно, я чё, просто? Извини, не дали. No life has been slain. Что вы там сделали? Что там произошло? Ты ее киданул? Да. Так же сказал? Да. Ты ее киданул? Да. Какой я классный, да? Да, она, я уверен, она сама была виновата, что залезла, да? Угу. Ну или тебе хочется так думать. Что с ним? Он загорелся. Мало того, что он так и так горит, он еще не догорел. Пукан бомбанул. Видел, да? Да. Монстр стил. Пикап стил. Пикап стил? Угу. Я не знаю, это не подлежит вообще объяснению. Да почему? Я могу это объяснить. Пикап стил — это когда ты девушку пикапишь, и кто-то у тебя ее стилит нагло.
А потом начинается пикап батл. Вообще я не понимаю, почему вот этот вид деятельности называется пикап. Просто пикап это как бы, ну, возьми и подбери. Не понял. Ну то есть пикап это переводится как подобрать. Ну, знаешь, вот в играх есть пикапы, да, там всякие хилсы там. То есть такое ощущение, что тут так все просто, что ты просто подходишь и берешь. Как бонус. Берешь мастер лучше. Или как, знаешь, допустим, ты видел, на улице девушка идет. Опа, чирик! Типа набрал. Да тут все 100, да? Да. Ты как Dota 2, да? Это как? Я без тебя не могу. Пикап мастер. Задрот уже тогда уж. Задрот мастер? Замерзла бабушка. Слушай, а он довольно толстый. Замерзла бабушка. Я бы не рискнул. Ты бы нет, а они да. А, то есть ульты не будет, или она будет только для того, чтобы состилить? Да ну. Да не. Я знаю, дождал того момента. Я помню, был такой момент в Доте. Классный. Стою я как-то на миде с Вингой. Я за кунку, да, с Вингой стою и говорю: Винга, давай так, ты сейчас начнешь первое, да, станом. И я тогда уже торрентом попаду. И знаешь, что я, мне оно ответило? Иди нахуй. А знаешь, что потом произошло? Винга не давала стил до тех пор, пока у врага не оставалось 100 хп. На какой смысл? Я не знаю. У него, видимо, были свои планы на игру. Может быть, он ачивку... Может быть, он ачивку какую-то хотел заработать. Типа, убей за Вингу больше всех в матче. Нет такой Евростро. Да. А ведь вроде бы в Доте есть ачивки, типа, сожри 100 деревьев. Нет? Не знаю. Было что-то такое в Стиме. Там, не знаю, ачивки там для нубов какие-нибудь нужно ввести, типа... Не давал Кэрри убить. Со стиль у Кэрри Крипа, да? Там. Мама, ёб первой степени. Смотри, смотри, так. Опа! Что-то произошло. Там уже еще по одной. Ща подумаем. Посым, хотел сказать. Надо это убирать. Ты сегодня твое общение с интернетом.